всех приветствую. В прошлом своем выпуске я рассказывал про свой велосипед. И уверен, то, что у большинства из вас возникли вопросы, то, что велосипед для путешествий, для поездок на дачу, опять же, что на нем можно увезти. Ведь всегда надо увезти с собой достаточно много, особенно в путешествии. Мало ли что может пригодиться. Баулы, сундуки на колесах, там какие-то сумки. На всех велосипедах есть сумки на руль, на рамные, подрамные, внутрирамные и прочего. Здесь этого нет. Что же мы можем использовать? А используем мы вот такую телегу. Велосипедный прицеп с подпольной партийной кличкой телега. Колесики 10-е, две сумки, верхняя, нижняя. Сумки комбинируются. Есть набор сумок для похода в магазины, которые имеют сеточки для того, чтобы продавцам и кассирам было спокойно, что у них ничего не спиздили. И есть набор сумок для путешествий. Телега легкая, без сумок, весит она 3 килограмма и вмещает довольно много. Так, что мы имеем? Мы имеем телегу, которая может транспортироваться как за ручку, так и пристегиваться к подседельному штырю либо багажнику велосипеда. Сумки все, как я выше говорил, взаимозаменяемые, снимаются легко и просто. Так, вот сюда. Вот, собственно, телега без сумок. На верхней части указано то, что верхнюю часть можно нагружать 9 килограммами, нижнюю часть 27 килограммами. Но, несмотря на это, несмотря на то, что здесь написано, мы ее нагружали килограмм 50, наверное. Не скрипела, не пыхтела, не жаловалась, выполняла честно свою работу. Также здесь имеется защита сумок от перетирания об колеса. Это болезнь этих тележек, но производитель потом эту задачу решил. Вот. И, собственно, сейчас я вам покажу сумки, которые устанавливаются взамен магазинных. Это нижняя сумка для поездок, путешествий. Имеет она молнию под две руки. То бишь, с какой стороны удобно открывать, с такой открывайте. Ткань обработана водозащитной хреновиной. Ну, ничего тут интересного, в принципе, нет особо. Есть лямки для переноски на плече и несколько кармашек с сеткой для того, чтобы можно сюда было положить всякие мелочевки и быстро это все дело найти. Закрываем. И крепим на место. Thank you.
Соответственно, основная сумка тяжелая на месте. Можно ее загрузить предварительно, можно прямо на телеге. И теперь покажу сумочку верхнюю. Верхняя сумочка у нас имеет ручку, имеет ручку для плеча, для переноски удобный, когда у вас заняты руки. Имеет маленький отсек для мелочей. Имеет молнию, закрытую клапаном, для того, чтобы защититься от мелкого дождика. Внутри имеется ряд карманов, подручки, визитки, мелочь, да, тоже прозрачный кармашек и большое отделение для того, чтобы положить что-то такое, что вы найдете необходимо туда положить. Основное отделение сумки. Довольно просторная, имеет такую вот вставочку для вашего драгоценного MacBook'а. Вставочка мягкая, что предохранит от ударов и прочих неприятностей. Ну и в основном отделении, соответственно, ни одного кармашка, но зато можно, не используя эту вставочку, класть прямо сюда, ибо стенки здесь тоже пропролонены, либо там защищены каким-то другим мягеньким материалом. Верхнюю сумочку крепим тоже сюда. Ну, как видите, все легко и просто уложилось, повесилось и готово либо к заполнению, если заполнено, уже к эксплуатации. Значит, в процессе эксплуатации, если что-то пошел дождь, если вы едете по грязи, здесь предусмотрена защита от этого. Расстегиваем молнию, которую заело, потому что я неаккуратно складывал в прошлый раз, и достаем такую яркого цвета хреновину и натягиваем на свои сумки. Значит, на этой штуке имеются резиновые такие штукенции, чтобы натягивать на элементы пристегивания сумок. И это ничего не будет сползать. Это на подножку. Все. Теперь гарантированно ваши сумки не намокнут, не будут грязные. А это легко стирается. Убираем ее на место. Да, забыл сказать, на защите от этого всего есть светоотражающие ленты, которые очень эффективно работают. Сейчас я сделаю то, от чего молния не захотела расстегиваться. Я ее просто возьму и запихну обратно. Зато быстро. Вот, на обычных сумках для путешествий и на магазинах то же самое есть.
светоотражающие ленты. Кроме светоотражающих лент, есть еще два катафота. Когда телега катит по дороге, они располагаются под нормальным углом и нормально отражают свет автомобиля, который вас пытается догнать, если вы едете слишком медленно. Так, ну что, снимаем сумки. Сумки сняты. Ну, телега вещь хорошая, как ее таскать в самолете, закатывать в такси. Ну, это все просто. Штаны превращаются в шорты. И кладутся в специальную сумку для ее транспортировки в сложенном состоянии, которую тоже, в свою очередь, можно использовать как сумка. Здесь есть резиночки, на которые нужно нажать и сложить подножку. Все сложено. Отсыпаем колеса. Штаны превращаются в шорты, превращаются. И вот они, эти шорты. Так, ну, про телегу я вам рассказал. Ну, не всегда с собой надо таскать кучу вещей в каждодневных поездках. Или, например, вы приехали в каком-то путешествии, скинули эту телегу, распаковали вещи, привели себя в порядок. Что мы делаем? Вот, с собой у нас есть вот такая сумочка. Про элемент для крепления багажа я вам рассказывал. Вот она как раз на этот элемент и садится. Небольшая сумочка, которая может в сложенном виде вместить в себя, ну там, что-то размера А4 листа. Вот, но есть одна хитрость, то что горловина у этой сумки тоже сплошная. Ее можно набить чем угодно. Вот, рука залезла почти вся. Вчера я пёр тут много пива и много закуски к этому пиву. Сейчас мы используем эту сумку, конструируем премиальную свою сумочку, о которой я вам расскажу по факту ее готовности, точнее ее прототипов. Будет использована кожа, будет использована хорошая кордура, будет использовано что-то типа мембраны какой-то защитной от влаги, ну может быть просто будет чехол, вот как на, где она, вот как на телеге, сложил все, пиздец, не найду. Вот, и будет на премиальных таких сумочках будет использоваться ClickFix. Это такая система немецкая с магнитами, которая позволяет быстро прикрепить термос, либо что-то еще. Вот, к примеру, я его снял, вот, не целясь, я его одел. То же самое.
Застежки на сумках будут флексипсовские, магниты, которые сами себя ищут, свою половинку. Вот, это сумка. Это сумка. Если нам что-то все-таки не влазит в эту сумку, которая, кстати, может трансформироваться и в наплечную сумку, и в рюкзачок, если у вас этот элемент будет занят другим элементом, например, багажником таким крепеньким, сделанным из титана, очень легкий, вот, то вот, пожалуйста, сумочку можно одеть на спину. А на этот багажничек положить что угодно. Вот ту же самую телегу. Ну, вдруг захотелось телегу на багажнике таскать. И закрепить ее резинками транспортировочными. Ну вот, собственно, сколько чего и как этот малыш может увезти. Сейчас я вам покажу, как она крепится. Блять, для этого, правда, надо все разобрать опять. О! Так как для этого надо все разобрать, разбираем, достаем телегу. Ну, зато вы увидите, как ее еще и разбирать. Хотя я это не планировал. Все легко и просто. Достаем колесо. Колесо крепим. Достаем другое колесо. Колесо крепим. Откидываем площадочку, откидываем подножечку, ставим телегу. Откидываем верхнюю часть. Крепим основную сумку. Крепим верхнюю сумку. Все, телега готова к поездке в Ашан. Сейчас мы туда поедем. Блять, а это что такое? Это еще одна сумочка. Ну, пусть полежит пока. Вот, обещал показать, как крепится телега к велику. Собственно, вот телега, вот велик. У велика есть специальное быстросъемное крепление. Здесь крючок, защелка на крючок. Вот такая штукенция, которая быстро сюда насаживается. Так как там нижняя часть сделана воронкообразно, поэтому целиться не надо. Ловить штырек у крючка совсем не надо. Вот. И, соответственно, вот она телега, вот он велик. Крепление сделано по тактильным ощущениям из пластмассы, но я уверен, что это какие-то марсианские технологии в пиндосской, американской, извиняюсь, интерпретации. Вот, ибо бывает то, что ты забываешь, а это сделать легко, потому что телега едет быстро, иногда даже подталкивает велосипед, когда полная. Вот, и ты забываешь, что ты с ней едешь. И получается такое, что ты залетаешь одним колесом этой телеги на бордюр. Происходит следующее. Телега переворачивается, вот, ну и пытается сама вот подняться. Вот, у нее это получилось.
И вот эта вот, казалось бы, пластиковая, пластмассовая, точнее, штука не скрипит, не ломается, не колется. Вот. Такая приятная, удивительная херня. Если кто знает, что это за материал, рад буду в комментариях услышать, что это такое. Ну что, собираем. А вот та сумка-то. Сейчас. Вот. Это я вам сейчас полностью покажу, как готовиться к погрузке, ну, скажем, в самолет, ну, или в такси, ну, или еще куда. Для этого нам надо сложить велосипед. Надо сложить велосипед. Надо снять педаль. Ибо это будет немножечко не камильфо, если ты этой педалью получишь в спину. Почему в спину? Сейчас. Итак, велосипед мы сложили. Берем эту сумочку. Расстегиваем двухстороннюю молнию. Превращаем опять штаны в шорты. Шорты в штаны. Теперь помещаем велосипед в эту сумочку. Для того, чтобы при транспортировке ничего не сломалось и не испортилось, рекомендую подложить с двух сторон от картонной коробки их составляющих. И застегиваем. В итоге получаем такую вот девайсину, которую можно носить в руке, которую можно носить на плече. И ее также можно носить в виде рюкзака, для чего производителям положены тут лямочки. Ну все, мы готовы из зоны аэропорта выдвинуться и идти к месту раскладки телеги и велика. Спасибо, что были с нами. Пока, до встречи на канале.